Сегодня у нас Z10, BlackBerry новая модель, BlackBerry STL100 и замена тачскрина. В следующем видео я вам покажу, как меняется отдельный экран с тачскрином. Сегодня мы с вами поменяем такой сборный модуль. Тут идет тачскрин, экран, кнопки, всяческие шлейфа, гнездо наушников, динамик, виброзвонок. Ну, проще говоря, полностью весь модуль в сборе с кнопкой включения. Вот. Сегодня мы заменим его. Снимаем батарейку. Откручиваем болты. Нам понадобится лучевая отвертка на Т3, чтобы снять заднюю панель. Болтики все одинаковые. Раскрутили. Снимаем панель. Отстегиваем с пазов. Вот еще один болтик здесь у нас под пломбой. Складываем в одно место, чтобы не растерять. Снимаем панель. Стегиваем шлейф. Третий разъем гнезда наушников, виброзвонок, сняли плату. Далее, друзья, буквально ничего переносить здесь не надо, потому что все есть уже в новом модуле, вот в таком вот. И виброзвонок стоит, и гнездо наушников есть, и динамик, и шлейф микрофона, тачскрина, экрана, все есть. Поэтому со старого экрана мы перенесем только вот эту наклеечку с имеем. Давайте ее нагреем. Заменить этот модуль, естественно, будет дороже, чем обычный тачскрин с экраном. Вот. То есть убирать вам и клиенту. Снимаем наклеечку. Переносим. Ну и просто переносим плату. Собираем. Застегиваем гнездо наушников. Разница в цене, друзья, я бы сказал, не очень значительная.
вот этот сборный модуль, который мы сейчас ставим, он стоит у нас порядка 70 евро. Вот. А отдельно, если вы будете брать отдельно тач с экраном, они идут вместе, вы сэкономите, ну, евро 30-25. Поэтому выбирайте вам. Ставим заднюю панель. Батарея у нас на нуле. Включаем зарядку. Зарядка пошла. Поставим на паузу пока. Ну вот, друзья, зарядка пошла. Вот видите, батарейка загорелась у нас. То есть подзарядиться, проверим тач. Ну, с этими модулями у нас проблем еще не было, так что можно смело заряжать, собирать, закручивайте болты. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал. Это была ZDS 10. Удачного дня всем!